Сейчас на сцену выйдет очень интересная артистка оригинального жанра Галина Андрейчук. Итак, поприветствую. Я еще могу добавить. Это не просто артистка, это моя крестная мама. А еще я хочу сказать, что сегодня еще день рождения у Галины. Собаки. У меня овчарка, ей сегодня 8 лет. Как ее зовут? Я стал недавно гномником в заснеженном лесу. Любовь я людям нежную в душе своей несу. Я ловкий и сникалистый, и веселый очень гном. Желаю людям счастье, добытого трудом. Кто трудится, не ленится, работает весь век. Кто добротою славится, хороший человек, а? Хороший человек? Хороший. Хороший человек, конечно, хороший. Здравствуйте, дорогие люди. Здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены. Остановись. Ну, я тебя очень прошу, ну не безобразничай, ну такой день, а? Ну хорошо, давай я тебя представлю еще раз. Хорошо, представь меня еще раз. Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, разрешите представить, артистка, ой, какая артистка, гентролог, чревовещатель Галина Андрейчук. Спасибо. Вот вижу, что... Не надо тебя понимать. Не надо тебя понимать. Ну хорошо. А это, друзья мои, ну удивительное существо, просто фантастическое. Полтергейст. Чучок-гномик. Ну, гномик-то у меня временный, вот полтергейст постоянно. Вы не представляете, что он у меня дом вытворяет. Это не я. Ну хорошо, хорошо, не ты. Сегодня такой день, не будем ссориться, ладно? Хорошо. Ну, а что ты приготовил, Галине Барановой? Ой, Галка, я такое сочинил, страшное дело. Да, он у меня поэт, сочинитель. Ну, а где это твое сочинение? Ну, как где, как всегда, я на нем сижу. Точно, он на нем сидит. Ну-ка посмотрим, что это ты здесь насочинял? А ты, да умею, умею читать. Ну что, начали поздравлять, да? Начали. 40 лет, как лгаю, первый раз услыхали голос редкий в божественный дом. А потом ее взяли, тело первым составили знаменитый поющий гитар. Верно я говорю? Да, верно. Галя яркая личность, красота, симпатичность от природы ей много дано. Образ тканиной Гали даже в репертуаре жив, в концертах не только в кино. Это точно я говорю. Точно. Поздравляем с юбилеем 60-тикель с тобой. Эту дату, как фермату, бесконечно. Ой! Хорошо будет петь. Галя любвеобильна, элегантна и стильна, уважают ее мужики. Дарят Гале букеты, политес, этикеты, не снимают грней хиджаки. И успех есть огромный, но идет себя скромно, точно-точно я говорю, стариной надо Галя тряхнуть. Мы желаем девице дольше веков излиться уникальный твой творческий путь. Поздравляем с юбилеем 60 тебе с тобой. Эту дату, как фермату, бесконечно кой, я тебя целую. На такой юбилей. Хорошо? Хорошо. Ты знаешь, Галюша, у меня сегодня такое романсовое настроение. Ой, я стану с вами говорить языком романса.
интересный. Как это языком романса? Да вот так. Ну а ты подойди ко мне. Ты мне нравишься. Поцелуй меня. Не отравишься. Поцелуй меня. Потом я тебя. Потом я с ним так расцелуемся. Ой, а эти глаза. Ой, эти глаза напротив. Калейдоскоп огней. Какие у тебя очаровательные глазки. Очаровали вы меня. О, столько жизни, ой, столько ласки. Ой, столько страсти и огня. А ты, сударыня, ты только отвори потихоньку калитку и войди. Ведь нашу голову нам никогда не тесен. Когда ты в нем, то в нем цветет весна. Но вы отцвели уже давно хризантемы в саду. А любовь все живет в моем сердце больном. Ой, чего это ты вдруг, а? Да пойди, я чуча. Ой, и не говори, мои года, мое богатство. Да какие там твои года, а? Ну как у людей говорится, еще? Ну еще не... вечер. Правильно, еще не вечер. Точно? Точно, точно. Ну, тогда держитесь. Эх, загулял, загулял, загулял. Парень молодой, молодой. Красной рубашоночки, хорошими цветами. Эх, загулял, загулял, загулял. Парень молодой, молодой. Красной рубашоночки, хорошими такой, как я. О, как ты. О, спасибо. Сейчас я попрошу на сцену, ну, поклонника, самого смелого, пожалуйста. Ну, поклонник, ну, самый смелый. Ну, господа, ну, самый смелый поклонник. Адам, Адам. Поклонник, ну, пожалуйста. Ну, теперь поклонница, желательно поклонник. Ну, ты даешь, какой ты хорошенький. А ты смелый очень. Не могу сказать. Да ладно, это очень просто, хорошо, это очень просто. Вы сейчас будете поздравлять Галину Баранову голосом Чучи. Вы будете только рот открывать. Ну, как у нас сейчас, в общем-то, любят звезды петь по фонограмму, да? Вот, это очень просто, да? Пожалуйста, к ней обращайтесь. Нет. Так, так, нет, вот встаньте, встаньте. Правильно, правильно, правильно. К ней, да. Так, чтобы только вас видели. Да. Вот так, чтобы вас видели. И как можно шире рот, да? Да? Только без звука, да? Звук будет Чучин, да? Договорились? Договорились, да? Но смотрите, у Чучи рот закрыт. Будет открываться рот только у Володи. Итак, приготовились. К ней, конечно, к ней. Гори, гори, моя звезда. Звезда любви приятная. Ты у меня одна заветная, другой не будет мне никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ну что, хорошо, поздравил поклонник, да? И ташанка залетная от
еще много-много поздравляющих есть. Пойдем, да? Но ты знай, Галочка. Ой, ты моя Галиночка. Галочка!